Алло, Витя, почему ты присоединился? Мне пообещали лысого МС Окси Дениса. И я уже готов нахлестать, мне не тяжело. У меня только один вопрос, а где же Локс? Блин, откуда эта тема прошла про Окси Дениса? Кто это придумал? А то я не в первый раз слышу уже Окси Денис. Что это означает? Мне не тяжело, у меня только один вопрос, а где же Локс? С мужиками в пиджаках, в десяти шагах. Ожидать я не в мужиках, как МС Жиган. Мы заходим на этаж по лестнице на новых ремиксах. Даже не могу понять, куда эти клоуны делись-то. Тили-тили-бом, тили-бом, мы заходим в дом. Годы тренировок этим рэбом посадили дрон. Мирный фриган, добрый лепрекон. Или орк, не надо воду лить, в голову летит ПВО. В это даже нам не верится. Леха притворился гуфом, больше не шевелится. Подземные коты Питера, фитили Москва без грязи. Тут настолько чисто, что вернулся Витя классик. Окей. Ну, нормальный парт, типа пойдет, но не могу сказать, что мне что-то сильно бросилось в глаза или запомнилось, но нормальный парт, в принципе, уши не режет, нормас. Тут настолько чисто, что вернулся Витя классик. Угадай, кто доехал до СПБ. Десант от КБГ, МЦ, мы пишем дис на всех. Желтые полосы не лечат, это не чисто тело. Чисто смехом не отделаться, нас вызвали в отдел. Back to basics, кубок как дома, даже в Питере. Выйду, пройдусь по Невскому, будто я бэткомедиан. Время летит стремительно, okay. Верните мне хаб. В те дни, когда рулила лиговка, не лига ВК. Меня звали Голик 9, потом Сережа стелит. Флоу был еле-еле, но бог, я ебнул в акапелле. Не так важно было, кто там напротив, чем мы там делим. Теперь мой лед греет тех кошечек в колыбели. Старая школа с первого класса. Я помню все эти странные конкурсы, где читали на скорость. Может, тогда я не понял, но все не зря было точно. Мы возвращаемся в марте, и это только цветочки. 2008 открыл мне когда-то батл рэп твоя. Блять, хороший парт у похоронила. Панчлайны есть. Панчлайны есть, мне нравится. Мамка в тот год родила тебя на свет. Ушло время кассет, в моей руке интернет. Ведь о финалах онлайн укрепил, забрал мой респект. Я конкретно впитывал, передо мной вертели рифмами, как бабочкой в руке грабителя. Глаза блестели, как простетик Тиффани. Под это мясо захотелось бить во мне, как Уэйнборд. Я сам всегда хотел быть нигером. Будете шуточки портить, тут же покушаем вопрос. Промазал, чуть-чуть, хотел быть нигером, чуть-чуть, вот, да, как-то чуть не попал. Ну ладно, бывает. Уэйнборд, я сам всегда хотел быть нигером. Будете шуточки портить, тут же покушаем вопросы. Хули мы тушные потры, будто на улицах промки. Руки на пульсе, на фоксе. Нет, мы не купимся, бросьте двойной придуманный Окси. Сегодня мы сами с этим тренды. Верну на карту бэтлов я еще одну легенду. Вырастить за диких чемпов, с оружием у сердца, будто мерч до френда. Учился лучших мастеров, чтобы стать тебе ментором. Жизнь ничему не надо. Так, ладно. Блин, мне кажется, что у них как-то Витя Классик представляется как реально, вот они как будто такие, вот, сейчас он будет батлить у нас тут. Да. А что-то вроде его нет на афише, насколько я понимаю. Прям вот сайфер этим пропитан как будто. Чтобы стать тебе ментором. Жизнь ничему не научила. Батл рэп — это ебаная пучина. Тут вместо меня должна быть Маша Хима. Но как оказалось, она вообще не мужчина. Я склеил суку, ебал ее 4 часа. У меня здоровый хуй, хоть я не вылечился. Никогда не было. Бля. Ну, надо тогда вылечиться. Ебал ее 4 часа. У меня здоровый хуй, хоть я не вылечился. Никогда не было времени, хоть я с детства бездельничал. Только деньги и женщины устал перечислять. Ты мне не веришь сейчас, но ведь ты просто дырак. Я тебе вроде ебал, хоть ты и против была. Ты из подарков заслужил, сука, только леща. За день на батла повторим и до 8 числа. Раньше никто не давал, будто я тёлка чурда. Для тебя толпы девча, будто я Вова Чума. Но я так долго мечтал. Бля, напоминает, да, заявку на Версус этого, да. Как же его зовут-то, блядь, забыл. Господи. Ну, чувака, который на драга ты похож, как его? Рассел, нет? Ты, сука, только леща. За день на батла повторим и до 8 числа. Раньше никто не давал, будто я тёлка чурда. Для тебя толпы девча, будто я Вова Чума. Но я так долго мечтал, что ты лишь хуй, чувак. А я настолько пиздатый, для что я кончил себя. Вот это топовый панч. Смело, смело, да. Да, которое подъебение. Короче, очень смело. Вот, смелый куплет, особенно визуально, да. МЦ привлекательный, анус уже в вангу превращается. Так он и не превращает, он и есть. Он и есть. Чисто байт для рифа. Ну, если так, то вообще тогда отлично. Но если говорить серьезно про MVP, то похоронил все равно, не знаю.
опять же похоронил. Потому что панчлайны прикольные есть в его парте. Вот именно что. Как можно кончить в себя? Что за бред? Алло. Ну, ребят, тут вопрос, мне кажется, стараний. Я не понимаю, зачем так все время делает акцент на то, что ему дают, а после панча про чурдаль все стало на свои места. Ну, слушай. Может, раньше проблемы с этим были, кто знает. Ну, хотя он об этом и говорит. Да. Сосать маленький член зашкварно. Ну, блин, если тебе хочется, то какая разница? Кто ж тебе запретит сосать именно маленький член? Так, ну чё? Давайте разбираться. Так. Значит, на ивенте будет BPM. BPM плюс акапелла и 3 на 3 акапелла. Будет, значит, все. Да. Маленький во рту удобнее помещается. Но мне это не знакомо в плане, да. То есть тут я даже порекомендовать-то ничего не могу, вы уж не обессудьте. Ну давайте по порядку пойдем тогда, да. Пара палмдропов против Канима. Я знаю, кто это. Это какая-то тиктокерша-анимешница. Да, то есть как эта пара срослась, я не знаю. Что они будут делить с палмдропом, я тоже не знаю. Но ладно, дай бог. Думаю, будет хотя бы смешно, как минимум. Отрик, старый стиль. Ну, здорово, что старому стилю сделали сольный батл, так сказать, на Кубке МЦ, не в составе какого-нибудь селекшена, допустим, да. Но он хотел с Отто. Да, насколько я помню. Но, с другой стороны, Отрикс, он, в принципе, похож чем-то. Вот визуально. Поэтому тоже удачная пара срослась. Летает чурдаль. Блядь, летает чурдаль, реально. Звучит, как гуляй рванина. Короче, не знаю, но это для ТикТока, для шортсов. Так, конечно, не в моем вкусе эта история совсем. И селекшн Тимми на Бинабат. Хуй знает, надо, короче, выяснить, кто будет в селекшене. Вот мне интересно, кто из новичков будет. Большой член. Да если тебе хочется, соси хоть член каких-нибудь галактических масштабов, я не знаю. Можешь не сосать, если не хочется. Что ты все пытаешься выяснить, насколько это зашкварно, не зашкварно. Есть кайф, делай. Нет кайфа, не делай, все. Ну, короче, нету какой-то, наверное, пары, которая вот прямо... Ну, ты понимаешь, что они будут кусаться как-то жестко, да? Такого в BPM-ах тут нету. Ладно, погнали дальше. Нет, я вообще не знаю, кто от триплета, кто от стрелы батлит. Если что, давайте сразу, ладно, про этот батл, раз уж спросили. Я не знаю вообще, что это будет. Если это... Если придут вот лучшие, так скажем, да, от стрелы и от триплета, то это будет интересно, смешно и, я надеюсь, динамично, потому что это 3 на 3. Главное, чтобы там все не перезатянуть, как-то не перетянуть, чтобы один выскочил, второй выскочил, там третий выскочил, четвертый выскочил, все сделали, все лаконично, красиво, с панчлайнами, с разъебом, эмоционально и так далее, то это будет здорово, то это вообще неплохой формат. Главное вот не проебаться в каких-то микроорганизационных моментах внутри пар, то есть вот этих, внутри вот этой, вот этих троек, да. А так, ну, дай бог, дай бог. Секунду. Так, ну давайте дальше сразу двигаться. МЦ справа, Баджи, Данила Бой вроде. Пфф, конечно, это слоняры. Ну, ладно. В них я уверен. В них я уверен. Я уверен, что они пиздаты сделают. Я против того, чтобы на ивенте не было ни одной классика капелла. Блять, ну тогда надо отменять ивент, бро. Не знаю. Если серьезно, то похуй. На этом нет, на следующем будет, может. Потом, может, будет и так далее. Что хотят, то и делают. Что люди смотрят, на самом деле, то и делают. За что, конечно, осуждать трудно. Псайбо и Шала. Это BPM плюс акапелла. Ну, Земели, получается, да. Битва за Улан-Удэ. Так это можно назвать. Но не знаю, думаю, как минимум будет смешно. В принципе, этого будет достаточно. Можешь Хэлла набрать, чтобы отменил ивент? Да не, не могу, если честно.
Я боюсь, что не получится просто. Мне кажется, он, ну, скажет, что нет, я не буду отменять ивент. Хотя это странно. Да-да-да, БЧБ, конечно, не хватает. Верчфейт и смог план Б. Что-то какой-то вайб такой странный этой пары, знаете, вот без негатива вообще к участникам, как бы оба молодцы, оба, наверное, что-то прикольное могут сделать и сделают, скорее всего, но вот все равно такое какое-то вот ощущение, будто типа Робин против Робина, не кажется вам? Ну, типа, рифмобес Отто, ты такой присматриваешь, это Верчфейт смог. Ну да ладно, в принципе, оба МЦ техничные, да. Мне вообще понравился батл Смока против Микси, последний, в принципе, выступление Смока. Что, думаю, будет на что посмотреть. В целом, не знаю, не скажу, что афиша хуйня прям какая-то. Мне вот интересно, а вот в мире идеальных афиш, вот хоть одна какая, вот какие идеальные пары вот люди себе представляют, интересно? Вот какую пару вы бы тут хотели видеть, которой здесь нету по каким-то причинам? Хотя бы одну классическую акапеллу. Со справа всячески. Сектор Брол. Керамбит похоронил. Ну, блять. Пох за Б. Но есть, короче, пары, друзья, которые по очевидным причинам состояться не могут. Да, вот, например, вы пишете там Абба Огил, да. Ну вот Огил не хочет батлить, типа ему это неинтересно. Вот где, как его заставить? Керамбит похоронил, похоронил, не хочет батлить. Вот что делать с этим? Ну ничего с этим не сделать. Тут организаторских суперсил никаких не хватит. 6 матч-батлов с развалами разных площадок. Бля, батл-рэп должен закончиться так, реально, просто 6 матч-батлами. Огил было бы чем-то ебанутым. Ну да, было бы. Было бы. Керамбит, Абба, Акапелла, да-да, тоже было бы здорово, в принципе. Я бы посмотрел такое. Огил вообще больше не хочет батлить. Ну, Огил, по-моему, последнее, что говорил, что давайте мне дохуя денег, блядь, я выйду батлить. Можем понять, можем, наверное, да. Но не происходит стыковки, да, по условиям. По очевидным причинам, я думаю. Да, каждая площадка должна закончиться Money Battle. Money Battle — это Рагнарёк, понимаете? Про 100к он говорил, я последний раз слышал, что про 200 он говорил, что типа давайте мне 200к, и я тогда выйду. Но я, может быть, моя информация, она не самая актуальная, вполне вероятно. Гнойный Нюберг, блять. Ну не, это тоже, знаете, фантастика, конечно. Представляете, Нюберг из Тбилиси, блять, поедет на Кубок МЦ. Чтобы сказать «Слава СТС».